Сегодня в Москве полицейские подтвердили факт избиения французского актера сами на себе в центре российской столицы. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, подозреваемый скрылся. Полицейские его ищут. 5 августа на телефон службы 02 поступило сообщение о конфликтной ситуации в клубе в Старопименовском переулке, и бывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что в ходе словесного конфликта неизвестный ударил мужчину и скрылся. Пострадавший обращался в медучреждение, после оказания помощи был отпущен. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сказал собеседник агентства, отвечая на запрос по поводу инцидента с французским актером на серии в московском баре. Ранее сообщалось, что 5 августа в баре в центре Москвы у актера произошел конфликт с одним из посетителей, переросший в драку. В справочной скорой помощи имени Склифосовского, что в воскресенье на серии обращался к ним за помощью. Французский актер наиболее известен как исполнитель главной роли в фильме «Такси» и его продолжение «О жизни актера». Имя сами на серии. Саид на серии. Дата рождения 2 июля 1961 года. Знак зодиака – рак. Возраст 57 лет. Место рождения – Париж, Франция. Рост 183. Деятельность – актер сами на себе. Сами родился в Париже в многодетной семье. Его мать Жаклин Леру была коренной француженкой, а отец желали на серии иммигранта с Алжира. У мальчика 6 братьев и сестер. Один из братьев, Харви, под псевдонимом Ибен Сири, также стал известным во Франции киноактером. Когда Саиду было 7 лет, семья перебралась в Индии, в Сплан, пригород французской столицы. Там же мальчик пошел окончил 8 учебу в 16 лет. Причиной было сложное материальное положение в семье, а также весьма трудный характер подростка, из-за которого у него регулярно возникали конфликты и неприятности. Насери стал искать подработки и случайные заработки. В юности он был маргиналом, постоянно находился на грани нарушения закона. С 18 лет стал употреблять наркотики, что в итоге привело к ограблению магазина, задержанию и суду, который приговорил молодого человека к 5 годам тюремного заключения. Насери отсидел 4 года и вышел досрочно. У сами Насери было много мимолетных романов и непродолжительных отношений. В 1995 году у него родился сын Джулиан, который в третьей части «Такси» сыграл вместе с отцом. В 2005 году сами женился на французской киноактрисе Мари Гейер, но через 3 года они расстались, после чего он до 2014 года жил в гражданском браке с молодой женщиной по имени Одри. Актер ведет верифицированный аккаунт в Инстаграме, на страницу Насери подписаны 7500 поклонников, перед которыми звезда не стесняется кривляться на фотографиях. Кроме собственных фото, актер выкладывает рисунки фанатам, афиши заинтересовавших мероприятий и скриншоты приглянувшихся статей на новостных сообщениях.